Где? Где ты хочешь, чтобы мы прошли? Подожди, вон здесь еще одна стена. Впереди враг! О боже! О, класс! Ауч! Ледяная магия! Лунная призма, дай мне силу! Ой, слишком высоко взял, простите, держи еще раз. И накапливаем силу. Но ты еще не готов. Такс. Что тут еще можно бахнуть? О, погнали. Практично наши карусели. Король Лёрик сидит тут. Долго сидит, видимо. Что-то впереди. Замерз, бедняга. Он жив? Во льдах. Нашли моего тела. Пока не явились сыновья Тора. Улучшение. Слушай, мне и так, в принципе, нормально. Я не хочу ничего качать. Коготь можно улучшить. Юноше нужен лук новый, да. Да мне, в принципе. Может, что-нибудь еще? Погоди. Виафан. Нет. Окей. Спасибо. Может, навыки изучим? Может быть, если изучим? Ты не спешишь? Хватит курить, делай то! Я не шучу! И ушел живым! Как же Flawless Victory? Flawless Victory! Подвести отца. Ищи. Спина грыз. Опа, босс файт. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну, это один из варваров. Сын. Как в Диабло, помните последний акт? Сдавайся. Диабло 2. Этого требуют все, отец. Нет. Три брата или четыре брата, я не помню. Блин, я не знаком со скандинавской Хорошо. Мифологией. Вот я не я очень... Я сам разберусь, сын. Иди. Ни разу не интеллектуал. И далеко ли Точняк, ты собрался? Это они, О, нет, Мы брат. С ними сражались в Диабло 2. У этого уродца это... есть лук. Что же нам теперь делать? Третий будет? Эй, я был не готов, я... Не указывай мне, что делать. Не буду говорить, что я чесал. Лоб. Кратос был в греческой мифологии. Так это Скандинавия, нет, это же перезапуск. Это... Мне, что делать? Ну не в том плане, что взяли первый God of War и просто сделали ремейк. Это и перезапуск, и одновременно продолжение истории. Уже не помню. Но, в принципе, равная битва. Их двое, нас двое, да? Теперь они одни, вдвоем, точнее, против пацана. Наконец-то! Невероятно!
Он начал действовать поагрессивнее, когда у него товарищ пал. Nope. Воу. Теперь этот встал. Вы что творите-то? Не вижу. Вау. Встань за мной, сын. Вау. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок. Сука. Как ты только еще видишь? Твои тощенчонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить его. Сейчас я вам повторю, блин. Сразу двоих, отлично! Давай, сейчас ты выпендриваешься. Бьет он щит. Призывает биться. Кто тут доминант, а? Ну ладно, началось. Снова же такая страшная. Рожу тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить. Твоя мамаша такая. Не что? Мамочка. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. А, точно, мы втроем против... двоих. Сыны Тора могут попробовать. Это они меня байдят, что ли? Извини, я перегнул палку, да? Я тут, ура! Воу! Прекрати! Красиво. Соберись! Воля чувствам. Черт. Но Магни уже все... Да, эй, ты что творишь? Муди! Фак! Фак! Давай, по красоте. Ага. А синик, спокойной ночи. Приятных тебе сновидений. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Сейчас пацан все испортит.
Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты, мерзавец! Ты обосрался? Держись, ты хрус! Башку тебя оторву! Легкий застудил. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Кстати, молодец, добрый пацан. Вечер, братва, пишет Барма 51. Хранитель мое почтение, батя, рак, нормально горе. Все. В семье. Я не рак, я нормальный батя. Надо отец за ним следить. Поколение. Принц получен тревожные последствия. Закаленные молнии и металл, используемые родичами Тора, используются для улучшения рукояти и с эффектом шока. Встречаются в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. Что это такое? Хватит. Дьявола мы не призовем, случайно волшебный резец. Мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались. Вау. К та, что за поворотом. Давай. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Стример не тупой. Пропустил подсказку. Теперь он еще и кашлять будет. Ну, наконец-то. Погнали. Да. Это точно. И Муди. Он же бог. А отец убил его. Один из младших асов. Ну да. А его отец Тор. Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Можно убить бога. Грома! Прикольно. Хорошо, что я глазастый, Сморг. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Рунный сундук пропустил. Но я и не особо хотел им воспользоваться. Так, а мы здесь были уже. Парень совсем нездоров.
Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Может, и имеет. Ну, алло, а с собой не можешь ты взять вот этот кусочек титанита? Кристалл. Ясно, понятно. Сейчас бы обратно возвращаться. И кристалл нужно найти. Наверное. Не обязательно. Кристалл может висеть где-нибудь сверху. Мы снова у руки великана. Он нам уже не нужен. Что тут было? Не знаю. Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Попасть наверх. Движется. Может, мы доберемся туда? Доберемся, доберемся. Там есть проход. Справа. Скинь мне цепь какую-нибудь. Вот здесь, например. На другой стороне есть путь к выходу. Да я, блин, знаю. Вот здесь цепь скинь, пожалуйста. Хватит разглагольствовать. Япона, мать, сын. Тупой, что ли? Ты хочешь, чтобы я тебя... Где он? О, боже. Ну... Оп, будь здоров. Сын весь в отца. Так, попрошу. Тут есть цепь. Ну так скидывай. Спасибо. А в чем прикол? Подожди. Хорошо, там, наверное, секрет какой-то. Блин, это большой ноготь. Точнее, палец с ногтем. Выглядит стрёмно. Вроде вышло. Угу. Нам в любом случае вниз нужно было. Окей. Мерзость какая. Мы не будем спускаться. Слишком много таких дверей теперь. Хорошо, два удара, а не три или четыре. Северный причал. Снова
под ладонью. Почти на месте. Здесь, видимо, мы тоже уже были, да? О-о-о-о-о-о. Что за звуки такие? Лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Ты прошел большой путь. Спасибо. Строма! Спасибо, пацан. Я готов. Отпусти, пожалуйста. Спасибо. Легенда Лол подписался. Prime Shop. Здравствуйте, легенда. Моя первая легенда. Надеюсь, что из Хардстоуна. Хотя написано, что Лига Легенд, по всей видимости. Отец! Ну? Там. Чего? Хочешь теперь эту дверь сломать? Как вы мне надоели с этими дверьми. Это какая уже за последние 15 минут? Четвертая? Еще удар? Я что-то вижу. Вот то есть, там. Стоило мне только сказать про два удара. Да. Да. А немного ли? С женщинами у него так же? Так надо тебя забанить, мне кажется. Вот это вот было оскорбление, прям вот. Правду матку режешь. А правда, правду всегда обидно слышать. Что за дверь? Я не знаю, что за дверь такая. Я, наверное, неправильно ее открываю. А действительно, что за дверь такая? Может, на время тут еще нужно открывать ее? Боже мой. Долго бьешь, но я люблю растягивать удовольствие. Найдено новое место. Что это? Под замком. Тут все такое... прямо... ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило... Хвилок 9 месяцев. Здравствуйте. Но это не просто тюрьма. H-W-I-L-O-K. Кавай Кэт, 7 месяцев. Люблю Дениса, он прекрасен. Да, умеешь ты нагнать. В особенности, когда нету веб-камеры. Что я с вами согласен. Грифул, Prime Shop. Что-то у нас Праймов сегодня много. Мы справимся. Ну хотя бы не накрутка. Прежде ведь совсем справились. Всем привет, ребята. Добро пожаловать. Я напомню, что завтра, точнее уже сегодня, еду в Прагу до воскресенья с Гитманом. Да, Гитман тоже не будет стримить. Он будет стримить со мной ИРЛ с улицы Старого Града. Из замков. Прям таких же, как вы видели в игре Kingdom Come Deliverance. 16 по 21 мы будем в Бразилии. 26, 25 по 27 мы будем в Питере. Это уже май. И с 9 по 23 июня мы будем в Штатах для вас тоже стримить. Такие вот у нас планы. На ближайшие 2 месяца. Валькирия? В заточении? Валькирия. О, значит, битва с Валькирией. Правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти.
Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Ого! Она точно заметила. Следи за ним! Да ну хорош, ты что с ним делаешь-то? Бляха-муха! Почему-то глаза горят. Нет, не нравится. Мы те крылья пообрывали. Проклятая валькирия. О. Вы освободили меня от моей скверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему... Запеканкой, наверное, накормят. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба валькирии в ваших руках. Кратос со шлемом? На голове. Это странно. Умничка мой, спасибо. Только не надевай, пожалуйста. Вау! Судьба валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что вы начали выполнение легендарной просьбы. Но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Шморк. Мимир, у меня для тебя подарок в виде шлема.
Так вот, оскверненные валькирии — это могучные создания, которых можно встретить в тайных комнатах Одина, а также в других мирах. Победить их непросто. Для этого вам потребуется особенно качественное снаряжение. Найдите и убейте всех оскверненных валькирий, чтобы узнать правду и получить легендарные награды. Легендарные награды я люблю. Удаляй игру, это никуда не годится. Донатят DPM сказка. Еще 3333 крышки. Сумасшедший. Итого 6666 крышек. И стирады еще сверху 100 крышек. Говорит, красавчик, мы в тебя верили. А вот DPM не верил. И прощался со своими деньгами. Your neighbor in hell. Oh my god, no. Your neighbor on hell. Нет, your... Да твою мать, этот никнейм. Окей. Okay. Your neighbor... Нет. Your neighbor on hell, да. Your neighbor on hell. 4 месяца. Я справился. И Just Squad. Ну, Just Squad — это нормальный никнейм. Не то, что твой Your neighbor on hell. И VH Pfol. Или Pshol. VHPHPHOL. Кто там завлекает меня своим пением? Кто ты? Со мной, Атрей. Сейчас вернусь. То ли дело Хедгехог? Хедгехог? Это ежик по-немецки. Sonic the Hedgehog. Hedgehog. Куда мне? Видимо, сюда. Почему я не могу сюда даже переместиться? О, печаль какая. Реорус, 5 месяцев. Здравствуйте. Вот так вот, Петюня. Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. А, это так перемещение по миру осуществляется. Раз мы добыли великанский резец, надо узнать... То есть пока я бегу, там прогружается отдельная часть игры, понятно. Вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Че, мужики, может, по запеканке и спать, а? Совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руку Йотунхейма. What the hell is that? Ну вот сенсорик сразу видно, прошаренный мужик. Он понял про запеканку. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Хорошо. Где все эти легендарные штуки, которые выпали? Я что-то не понял. Где они? Эй, говорят, кто-то завалил горлопана магний. Ты случаем ничего об этом не знаешь? А это хорошо или плохо? Ну, когда его папаша узнает, тебе будет плохо. А уж мне-то хорошо. Меньше асов, чище воздух. А, так не запеканка, а это лазанья, точняк. Правда? Простите. Нет. Ну, они же выглядят, по-моему, визуально идентично. Что запеканка, что лазанья. У тебя нет запеканки, не обманывай. Да, нет. Не, у меня-то нет. Давайте к делу. Давай.
Так, но это же легендарная броня, почему она хуже? Я не очень понимаю. Настасья, хватит донатить, угомонитесь. Но выглядит круто. Класс. Я все хочу. На что влияет показатель удачи? На крит удара? Только время зря потратил. Ну, что значит зря потратил? Я изучил все это дело. Мне было интересно. Да, мне тоже кажется, что крит. Егор крит. Повезло тебе, чайка. Сокровищница Тюра за магическим замком. А. Сына одеть? Нет, сына надеть. Сын же брат, скоро... Пиздец. Лихорадка возьмет, насколько я понял. Зачем его обувать, одевать, сына надеть? Насадить. На кол. Hey, Голди! Ну фу! Ну что, Настя, что? Какой стример такие шутки? Это Тюр, но не хватает фрагмента. Это Сюр. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Насквозь прошли? Ему досталось от них в дар особое зрение. А обо мне великан не сделали триптиха. Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. Ну вот и намек на то, что сын пропадет. Придется самому все читать. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов... Животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я. Запах чуешь? Да, это я, ребят, да. Пахнет пельменями. Дождем? Ты все пришел отомстить мне. Я заслужил этот молот. А теперь. Все решат, что я получил его, потому что магни нет. Меня засмеют. Но если я убью тебя... Ну, вообще, это не молот. Не будут. Насколько я разбираюсь нет. в оружии. Трума! Ты тупой. Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткни. Давай, пошути еще про мамку. Ты ничего не знаешь о моей маме!
все о тебе. Ты станешь моим новым братом, как только я убью твоего отца! Воу-воу-воу-воу-воу, что началось-то? Ой, кажется, я его сломал. Назад! Ну все, тебе конец. Увидимся! Брат, мальчик! А ты? Скорее неси его к Фрей, иначе никак. Так я не понял, нас научил его читать-то? Очень не легче. О, мне в Инстаграме MGGTLSSS скинули картошку, жареную на сковородочке. О, а там что-то слева еще режут, по-моему. Блин, как хорошо-то. Просто замечательно. Простите. Простите, Twitch и YouTube. Простите. Но еда для меня многое значит. Путь к сердцу мужчины. Дом Фрей недалеко. Что-то погода у нас изменилась не в лучшую сторону. Все как бы намекает, что дела идут плохо. Не травите души, обожаю жареную картошку. Так, кто не любит жареную картоху? А с грибочками, со сметанкой, еще с черным хлебушком. Еда уже остыла. Помидорки, ты так и не скинула адрес. Все, признай свое поражение. И замолчи уже на тему еды. Сколько можно? Папа Кокроч, привет. Ищет, так мы с тобой особенно и... После того, как ты стал. Хотел тебе сделать его комплимент по поводу твоей рубашки. И того, как ты хорошо выглядишь, но ты уже ушел, к сожалению. Что с ним происходит? Как тебе стримфест? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но... Бог, считающий себя смертным... Шутка представить... Почти на месте. Записывай, значит, улица Пушкина, дом Колотушкина. Угу. А там уже по запаху, видимо, найду номер дома. Ты проверял? Конечно. Я сижу, мониторю все сети. У меня руки уже трясутся. Когда же он, этот потный айтишник, скинет мне адрес? Вам пора спать, пишет Гитман. Гудь, ты серьезно думаешь, что я буду 3 часа спать? Зачем мне это? Я сегодня не буду спать. Поехали с тобой посидим где-нибудь перед вылетом. Фест отлично был занят, решил не отвлекать. Да, к сожалению, я даже с Вараном не поговорил. Ну, отлично, минус день. Ну, в смысле минус день? Нет, я завтра, мы прилетим, мы пойдем гулять с тобой. И лягу я только вечером. Не поздно вечером, но... Ни в час, ни в два ночи. Но зато на следующий день я встану пораньше, и ты тоже. Не боишься летать? Да нет. Что, один раз живем. У меня, правда, иногда проблемы с давлением бывают, но... Плохо дело. Надо спешить. Я надеюсь, что не в этот раз.
Вот видите, на этот раз черепаха предоставила нам доступ к этой двери. Фрейя! Фрейя! Открывай! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! А почему она сказала, я все еще богиня? Пойди прочь. К чему это вообще было? Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Непонятно. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой. Раскопай свое прошлое. Делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста. И твой сын может выжить. Иди. В самолете можно поспать? Да нет, там лететь-то, господи, тогда два часа. Раз я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Вернитесь домой на лодке, Фрей. Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Не договорил. Не очень ему идет характеру. Украшенная цветами лодка и листочками. Там адрес скинули. А, в чате? Ну да, да. Конечно. Тырдло – главная вкусняшка в Праге. Возможно, вы про тырдельник все же. Это будет моя шестая поездка в Прагу. Это вы Гитману пишите. Прочь из моей головы.